Дальше будем формировать уже
Оно перевернулось. Ты нормально идёшь. Так, все только вверх ногами. Так, все, тесто подошло. Видно даже пузырики. Там видно. Покажу поближе. Так выглядит с пузыриками. Вот так вот снизу вырезать. Тоже с пузыриками. Сейчас мы будем потихонечку вываливать. Немножко муки. И формировать.
Хотел чуть-чуть приклеиться. Немного.